Семья традициями сильна. В Карачаевске прошел отчетный концерт детского сада «Солнышко», посвященный году семьи. Как приобщить детей к культуре своей семьи? Помнить и уважать семейные традиции, расскажет Майя Хамдохова. Год семьи – это прекрасный повод, чтобы уделить особое внимание развитию семейных ценностей. Культурное наследие семьи передается из поколения в поколение и сохраняется на века. Все это было отражено на празднике. Поздравить детей и вручить им грамоты за активное участие в конкурсах фамильного герба присоединилась Эльвира Эдиева, начальник управления образования Карачаевского городского округа. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, тех, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра, счастья. На семьях держится наше общество. Яркое и трогательное выступление маленьких патриотов детского сада номер 8 восторгают не только зрители. Сами дети с гордостью и честью представляют историю своей семьи, показывают любовь к родине. Матушка, земля, демонстрация танцев с маками, разноцветными зонтами и необычными декорациями костюмов делает праздник не только торжественным, но и символичным. Период становления личности у детей начинается еще в детском саду, когда у них формируется рост психического, эмоционального и физического развития, рассказывают организаторы концерта. Мы хотели показать значимость семьи, то, что каждый ребенок должен гордиться своей семьей. И то, что он получает в семье, он все то хорошее будет передаваться последующему поколению. Важнее и ценнее, чем любовь и уважение своей семьи, может быть только ее история. Традиция просматривать семейные альбомы и напоминать детям о подвигах своих прадедов прививает детям непобедимый боевой дух, делятся впечатлениями родители. Это все тоже, конечно, сближает, очень сильно сближает, потому что совместное обсуждение, совместное решение, подчеркивание там главных задач семейного воспитания, это, конечно, очень помогает определить самое главное, что вот важно в воспитании подрастающего поколения. Семья и семейные ценности не могут существовать друг без друга. Такие важные качества, как доверие, уважение, честность и даже прощение, приводят к главному – к любви. Ведь именно семья и ее история помогает укрепить ту самую неповторимую любовь к родине. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.